вот возникла одна идея на один день кое-куда слетать. Вот пока в раздумьях, ищу подходящие билеты, чтобы улететь поздно ночью и прилететь поздно ночью. Короче, чтобы один день меня только не было дома. И тоже чуть позже, если получится полететь, тоже расскажу вам, куда и зачем я полетела. Вот. У родителей уже отпросилась. Папа мне говорит: «Ну что, Орлова-то летала уже?» Говорит, на 5 дней ребенка оставляла или там на сколько. Я говорю: «Ну так Орлова-то сиськи не кормят, а я-то кормлю». Он говорит: «Ну, часто-то уже не так часто кормишь». Я говорю: «Ну да, ну ладно, раз отпускаете, тогда ладно. Буду тогда билеты искать».